В этом видео я покажу, как связать самую простую прическу для куклы. Кольцо амигуруми. Шесть столбиков в кольцо. Второй ряд, 6 прибавок, всего 12 столбиков в ряду. Третий ряд, 1 столбик, 1 прибавка. И так повторяем 6 раз, всего 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд, 2 столбика, 1 прибавка. И так повторяем 6 раз, всего 24 столбика в ряду. Пятый ряд, 3 столбика, 1 прибавка. И так повторяю 6 раз, всего 30 столбиков в ряду. Я связала круг, в последнем ряду которого 30 столбиков. А диаметр головы у куклы в самом широком месте равен 36 столбиков. То есть круг немного меньше, чем диаметр головы у куклы в самом широком месте. Теперь вяжу прядки. Вяжу цепочку из воздушных петель необходимой длины. Начиная со второй петли от крючка, вяжу соединительные столбики, двигаюсь к кругу. И вяжу соединительный столбик в круге. Снова вяжу цепочку из воздушных петель необходимой длины. Начиная со второй петли от крючка, вяжу соединительные столбики. Снова вяжу соединительный столбик, который на круге. Я связала прядки разной длины. Это прядки будут прядки челки, а это основные, которые будут располагаться сзади. Таким образом вяжу по всему кругу. Связала последнюю прядь. Обрезаю нить, хвостик оставляю длинный для пришивания. С
Сначала примеряю волосы, смотрю, как лягут прядки, затем пришиваю. Сначала пришиваю круг, затем буду пришивать прядки. Когда пришила все пряди, делаю незаметный узелок. Пропускаю иглу через голову. И обрезаю нить. Волосы готовы.